Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине иерей Стахий Колотвин. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам дозвониться по телефону 8-495-781-49-54, а также написать ваш вопрос по этому же номеру телефона, но в WhatsApp. Мы ждем ваши вопросы и постараемся на них ответить. Батюшка, вот первый вопрос. Сейчас очень трудная обстановка на приходах, скажем так, в какой-то степени не очень активно развивается приходская жизнь, как это было в обычное время. Я знаю, что у вас на приходе очень много детей, очень много молодых семей, молодежи и так далее. В условиях вот карантинных мер, вынужденных, скажем так, отлучения от священника, от своих прихожан, вот детей нельзя, допустим, в московских школах отменены занятия, все в дистанционном формате. Как сейчас, вот в частности, на вашем приходе происходит работа с детьми? Как функционирует воскресная школа? Тут даже хотелось бы сразу для начала сказать о том, как вне даже вот такой богослужебной работы, прежде чем переходить, как богослужебная деятельность. Потому что вот тоже воскресный день, и, конечно, семьи с детьми на порядок меньше. Ведь, как вы понимаете, дорогие телезрители, если есть у прихожанина дача более-менее утепленная, и ребенок в школу все равно не ходит, мама, если с ребенком сидит, несколько, тем более, если детей, то проще и безопаснее уехать. И действительно, и отцы семейств после рабочей недели тоже на дачу уезжают, поэтому в храмах народу меньше, и проще соблюдать требуемую государством социальную дистанцию. Тем не менее, естественно, воскресное богослужение, родители с детьми приходит, а поскольку наш храм только строящийся, не такой большой, у нас хоть и не часовенка, деревянный храм достаточно просторный, все равно всех желающих вместить с учетом норм мы не можем допустить, даже если бы мы очень хотели. Да, я сам выхожу с чашей причащать на мороз, снег идет, да, там выходишь, причащаешь, исповедуешь на другой службе. Вот как раз чаще всего это родители с детьми. Другое дело, что как раз родители с маленькими детьми – это те, кто привык к морозу, потому что прогулки, горки, санки, теплая одежда – это вот когда дети вырастут, уже люди не знают, как на улице дольше 10 минут автобуса подождал на остановке, можно провести. А все-таки наши замечательные многодетные родители, они такие люди закаленные, в лыжных штанах, да, там, в финских каких-то сапогах или русских валенках. И все они с детьми на улице службу слушают, в случае чего в нашу приходскую чайную заходят. Там мы, у нас есть трансляция через интернет, как вот когда полностью храмы были закрыты, да, мы ее организовали так, до сих пор мы ее и запускаем. И тоже можно в чайную зайти, большой экран, проектор, и можно даже чуть-чуть на службу поглядеть, погреться. И вот тоже вот я до того, как мы вот эту систему организовали, ну вот ну как же, детки же хотят в храм. Может, дети искренне всего в храм хотят. Когда они просыпаются, может, тяжело с утра, а вот когда их уже разбудишь, то их не остановить. Все быстрее и быстрее в храм. Почему это в храм? Там уже как-то там цепочка висит, не пускает, хотя вроде службы там внутри. И это во многом еще обусловлено тем, что, правда, многие дети по домам сидят. И различные кружки, музыкальные школы, вот это все тоже закрыто. И как раз такая отдушина для детской души – это в храм прийти. Когда у нас литургия заканчивается, уже народ после креста выходит из храма, те, кто на улице радостно в храм приходит, детки ставят свечки, прикладываются к иконкам, которые наши волонтеры тщательно протирают тоже, дезинфицируют. Вот. И тоже такая, видишь, что никакой мороз, никакие ограничения детскую, невинную, чистую душу, в которой еще нет никакого греха, либо если уже брать даже детей более сознательного возраста, ну, еще грехи такие смешные, просто вот детская исповедь для священника – это обычно такое вдохновение, вот прям слезу охоту пустить, потому что только такая вот ужасные вещи какие-то были, ситуации, раздоры, скандалы между самыми близкими людьми, и вот, а потом подходит ребеночек, и он искренне переживает, что он там маму как-то обидел, вот, а для батюшки это просто вот там выдохнуть. И вот, когда ты видишь этих детей, тоже понимаешь, не, хоть даже сейчас мы все вымрем, есть еще следующее поколение, которое ко Христу наше богоспасаемое Отечество поведет.
Что касается воскресной школы, вот у нас на приходе тоже всегда мы этому уделяли внимание, даже когда у нас не было никаких помещений, мы прям уголочки храма отгораживали шторками, за одной шторкой закон Божий идет, за другой идет творчество, и в строительном вагончике, где мы инструменты хранили всякие строительные, мы их там отодвинули в уголок, как-то утеплили этот вагончик, и дети там пели, чтобы никому не мешать уже в течение дня, да, там все вроде довольны в тепле. И потом наш приход рос, вот тоже спасибо всем телезрителям телеканала «Союз», кто тоже помог, «Крест над Москвой» в интернете забивал, помог нам наше здание воскресной школы с колокольней вот строить. И вот оно готово, ну так оно, на 70% готово, крыша есть, стены есть. Да, внутри, может, голые стены, но все равно дети приходят, тепло, вот система отопления тоже год назад, очень благодарен всем тем, кто помогал, запускали. И вот сейчас вроде топится, вроде крыша есть, а деток мы не можем принять. Хотя для них это делалось. Там тоже, помню, как вот подбирали, тоже жена посоветовала, она все-таки больше с моими детьми времени проводит, ну, в смысле, на порядок, я их так чуть-чуть вижу, а жена постоянно, она говорит, ой, можно же грифельную доску во всю стену. Правда, заказали, да, побольше там потратили средств, собрали, тоже сделали доску, что могут и дети писать, рисовать прямо во всю стену, тоже такое. И вот ждешь, сейчас дети придут осенью, и вот тебе говорят, нет, все, карантинные ограничения. Тут, конечно, приходят на помощь, вот я всегда вспоминаю, как Господь в Евангелии проповедовал на берегу озера, что когда было много людей, он становился на лодку и отплывал. Причем это не значит, что его прям сталкивали, лодку. Просто вот когда ты стоишь, я просто сам понимаю, после службы к тебе сразу подходят люди с вопросами, и прям вокруг тебя как там толпа образуется. И вот Христос, он, потому что неизмеримо больше и важнее, чем любой проповедник, да, вокруг него десятки тысяч людей толкутся. И для того, чтобы видели кто-то, кроме первого ряда, но и второго, надо отойти, а куда ты дальше дойдешь? И вот он на лодку становился, отплывал, и благодаря этому его люди могли видеть, и кто на берегу, и кто на окрестных холмах, да, то есть все могли лицезреть Спасителя. И я вот так тоже осмыслял, что это же, по сути, Господь использовал технические средства. Не было средства звукоусиления, не мог там микрофон. Он не было каких-то больших залов, да, но вот, правда, на Нагорной проповеди, там хоть холмы. Почему Господь туда пошел, на холмы? Ну, на холме люди сели, все тоже его видят. А вот где уже городок, причем древние города, надо понимать, там же не было проспектов. Там маленькие узенькие улочки, там нету площадей каких-то. Тем более, если даже площадь была в римском городе времен Христа, то уж в иудейских городах, более консервативных, никаких площадей тоже нет. Поэтому Господь берет и использует технические средства. И мы тоже используем технические средства для проповеди. Да, сейчас вот смотришь, и замечательные люди из самых разных регионов с нами общаются, тоже нам свои вопросы присылают, и радуешься, что вот эти технические средства позволяют проповедь о Христе нести в самые далекие уголки нашей страны. Точно так же и мы можем, вот эпидемия коронавируса подтолкнула большему развитию вот этих технических средств на службу Христу. Потому что уже все натренировались в школах, установили программу Zoom, чтобы сетевые конференции. И тоже, конечно, деткам тяжеловато через нее. Но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Поэтому воскресная школа наша не остановила занятия. Тоже у нас расписание. Но вот через Zoom уроки идут, да, присоединяется меньше детей. Потому что когда ты и так 5 дней просидел вот в начальной школе за компьютером, вместо того, чтобы в классе с одноклассниками там как-то с ними перемигиваясь, заниматься, то ребеночку уже тяжело. Ему охота в субботу вот бегать. Хотя обычно в субботу у нас воскресная школа чаще всего в субботу, основная часть занятий проходит. Обычно в субботу все прямо радостно прибегают, куда с большим удовольствием, чем в обычную школу к нам. А здесь вот через электронные средства тяжело, но все равно мы не сдаемся. Сложно, конечно, вот с пением. С пением организовать, потому что задержка звука, в итоге мы отказались от этой идеи. Вот, увы, детки, ну, только пение спели перед началом закона Божия молитву, да, там, перед началом нашего творчества. Закон Божий, но тоже концентрировать внимание, хотя вроде и учители картинки какие-то показывают, все равно тоже тяжеловато. Старшие группы, у нас несколько возрастных групп, много детей, старшие группы более внимательно, малышам, да, уже тяжело. Вот, то они отходят, то приходят, ну, как-то мамы более-менее следят за ними. Но вот зато творчество, вот
дети рисуют что-то о празднике, что-то заодно о нем узнают, вот где они могут не только нарисовать, но еще и показать не только папе и маме, но и показать своим друзьям, которые вот сидят тоже, кто в Москве, кто в Подмосковье, показать, опять же, преподавателю, который тоже похвалит, что-то подскажет. Это для детей большая радость. Да, и хотя, конечно, на это приходится затрачивать средства вот, на преподавателя. То есть родители с детьми в храм, может, и не доходят эти, да, каких-то пожертвований нету, но все равно преподавателям воскресной школы какую-то их скромную плату платить надо. Мы платим, и слава тебе, Господи, даже это оказалось востребовано, потому что тоже кто-то вот из моих подписчиков в соцсетях, там я упоминал, узнал, родители попросили, говорят, ой, а мы у нас в храме замечательная воскресная школа, но вот такого нету, можно присоединиться. Тоже мы их добавляем, естественно, всех подключаем, и, то есть, может, наших детей стало меньше, кто-то очень непоседливый, да, они ждут открытия воскресной школы полноценного, зато за счет тех людей, кто вот из других районов Москвы присоединился, тоже уже больше, поэтому, но тоже мало ли, если кто-то в своей воскресной школе не имеет таких занятий дистанционных, дорогие друзья, попросите батюшку, может, батюшка старенький в храме, он просто не догадывается, что так можно сделать, но у него есть наверняка молодые помощники, которые хорошо во всем этом разбираются. Они это сделают, помогут и организуют, но если уж совсем трудности, подключайтесь к нам, всех рады видеть на наших дистанционных занятиях. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да-да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Отче Стахий и Сергей. У меня два вопроса по молитвам. Не совсем понятно мне несколько слов в молитвах. Вот, в частности, Одно слово странно. Вот когда молишься Богоматери, значит, там звучит «Окорми меня, яко странно». Потом, значит, «Странно муки покажи и всех владыку умоли». Потом у Симеона Нового Богослова, сейчас вот я зачитаю, так. Тоже наверняка со словом «странный». Так, да? Сейчас. Да. Потом еще. «Общники божества твоего соделывай независимо и странное и ангелам». Вот эти «странно» мне непонятно. И еще один вопрос тоже по молитве святителя Филарета Московского. «Научи меня молиться, сам во мне молись». Вот как это понять? Спасибо, да, за вопросы. Замечательные вопросы. Очень хорошо, когда вот тоже обсуждаются несуетные дела, когда человек ищет общение с Богом, и когда понимает, какие-то трудности в этом общении есть, то лучше их разрешить. Но на самом деле точно так же не в общении с Богом, в общении с ближним. Очень часто проблемы, ссоры даже бывают из-за недопонимания. Поэтому разбираться, конечно, нужно. А вот в современном русском языке слово «странный» на самом деле используется только в переносном значении. Потому что его исконное значение, оно с течением времени получило немножко другую огласовку. Вот слово «странный» от какого слова, если существительное «страна»? Ну, там, наша великая страна Россия. На самом деле «страна» – это древнее произношение слова «сторона». Да, и поэтому от слова «сторона» уже у нас прилагательное «сторонний» или «посторонний». А кроме того, от слова «страна», вот как нечто в стороне находящееся, произошло слово «странник». Странник – это не тот, кто, ой, мы все в стране России живем, значит, мы странники. Нет, странник – кто с какой-то другой стороны пришел. И поэтому вот в первом примере там как раз «окорми меня яко странника». Вот пришел странник, он пришел, тем более не как сейчас там на поезде приехал, на теплом, на самолете прилетел, а он пришел на богомолье, да, там в Екатеринбург с царственным страстотерпцем, в Москву, в Троице-Сергию Лавру пешком, или в Иерусалим люди шли. 11 лет жизни занимало паломничество в Иерусалим, вот в тяжелые годы монголо-татарского нашествия. Это, то есть люди посвящали себя Богу целиком в этом паломническом пути. И вот этот странник, странник, которому негде голову преклонить. И мы говорим, представь, Богородица, хотя я тут за все материальное цепляюсь, я все равно здесь странник в этом мире. Моя душа понимает, она не для этого мира предназначена. Поэтому, Богородица, вот ты меня как этого странника прими, обогрей. Очень приятно, когда вот вроде у тебя нету ни родных, ни друзей в городе, а тебя кто-то принял, приютил, накормил, да, и уже у тебя больше надежды, и ты любое уныние преодолеваешь.
Точно так же, вот там странно, муки мне всякие покажи. Тут уже прямой. То есть, да, я знаю, муку по моим грехам я заслужил. И по идее, вот за эти грехи я должен в муку попасть. А ты мне вот покажи, я дай, не давай мне забывать о том, что вот эти муки будут. Но ты покажи меня в стороне, чтобы я с одной стороны и в муку не попал, а с другой стороны в стороне видел, не расслаблялся, к грехам не возвращался из-за того, что вот муки вроде бы избежал какого-то наказания Божьего здесь на земле. Вот. Точно так же и другие примеры, вот всегда, то есть сторонний, в стороне находящийся или наоборот странствующий, из с какой-то стороны пришедший. Да, и вот странное ангелом. Сторона ангела не в смысле ангела удивляется, а это как раз, что ангелы даже в стороне. Нас Господь ждет к такому райскому блаженству. Помните, апостол Павел говорит, ангелы – это служебные духи, в службу посылаемые, а человек – венец творения. Да, сейчас ангелы, они Бога воспевают, и мы там на Херувимской просим, Господи, мы хотим присоединиться к этому ангельскому воинству. Тем не менее, нам уготовано больше, чем ангелам, потому что мы можем усыновиться Христу. Да, вот как там мальчишка на улице, его подбирает царская семья, и там семья какая-то знатная усыновляет, и то он был совсем вот не без роду, без племени, а стал человеком вот знатнее многих бояр, потому что его усыновили. И точно мы, точно так же и мы по отношению к ангелам, чтобы вот мы Господа воспеваем, Господи, ты нам уготовил участь, которая даже больше, чем ангелам. Они в стороне от этого величия, а мы к этому величию можем приблизиться. А вот про второй вопрос. Про святителя Филарета не напомните, там вот как раз... там что, как бы я молюсь, и Бог молится, да, во мне. Да, Бог вот молится во мне. Вот есть замечательные слова, всем советую прочитать ту молитву, которую священник читает всегда во время божественной литургии, непосредственно освящая дары. Святейший патриарх и многие священники уже читают ее вслух, в микрофон, чтобы все верующие могли под пение хора тоже присоединиться к этой молитве. И вот там тоже есть такие слова, ко Христу обращенные, «Ты приносяй и приносимый». То есть ты кто приносит вот эту жертву, хлеб и вино, чтобы они телом и кровью Христовой становились. Угу. И ты, то есть и священнослужитель, и тебя же это и приносит, и приемли, и раздаваемый. То есть ты принимаешь эту жертву, а с другой стороны, сам же нам даешь причаститься. То есть мы показываем, Господи, мы лишь присоединяемся к твоему усилию. Не то, что вот мы такие важные. По сути, святитель Филарет вот из-за этого таинства Евхаристии, его осмысления многовекового, нам предлагает мысль и про молитву. Что когда вот мы молитва, это же общение с Богом. Да, но если Бог вот не захочет тебя слушать, если ты Бога недостойна, мы все недостойны Бога по своим грехам, то, конечно, мы не сможем Богом связаться. Потому что иногда человек вот как раз, ой, я молюсь, у меня не получается, пойду-ка я там помедитирую, например. Вот медитация получается. Потому что человек по гордости считает, что вот если он прочел слова молитвы, то значит, он уже Бога достоин. Нет, мы говорим, Господи, я для того, чтобы связаться с тобой, вот с величием божества общаться, мне не хватает никаких сил. Поэтому ты сам приди, посети мое сердце, да, и чтобы я мог к тебе с молитвой обратиться. Точно так же, как вспоминаем, как Господь исцеляет двух слепцов в Иерихоне. Они зовут его, говорят, исцели нас, сыне Давидов. А Господь идет, не оборачивается на них. А потом говорит, а вы вообще-то верите? Они говорят, ой, Господи, верим, но помоги нашему неверию. То есть Господь дает подсказку, как с собой же связаться. Он слышит. Точно так же, поэтому и вот когда бывает, не получается молиться, да, вот надо думать, а не идет ли у нас молитва от гордости? Или не идет ли у нас молитва от того, что, ой, сейчас по расписанию пора? Или даже если вот вроде мы не можем никаких причин найти, всегда мы можем на милосердие Божие рассчитывать. Поэтому, дорогие братья и сестры, можете вместе со святителем Филаретом, давайте все вместе тоже попросим Господи. Вот как в молитву Царю Небесной, по сути, она же читается перед началом любой другой молитвенного правила. Перед началом часов в храме, перед началом утренних, вечерних молитв. Почему мы говорим, Царю Небесной, приди, вселися в нас, очисти на отеки скверны. Потому что если ты не придешь, не вселись в нас, мы даже помолиться дальше не сможем. Отец Стахий, есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Я хотел определить вопрос по святости. Как определяется степень святости? И может ли человек достичь совершенства в святости? Как говорил Христос, призвал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Или это все закончится прелестью? Спасибо за вопрос. Степень святости определяется, когда ты умрешь. Поэтому, чтобы наверняка знать, святой ты или нет, то какие бы ты ни методы не применял в течение жизни, сам оценил, тебя со стороны бы кто-то оценил, все равно ты можешь ошибиться. И правда, вот как вы верно заметили, закончится это прелестью и высотой падения. Да, как мы вспоминаем, как вот житие
Исаака, отшельника сирийского, да, который вот был такой великий святой, чудотворец, и к нему приводили, он исцелял, изгонял бесов. Вот к нему привели девочку бесноватую, да, и он над ней надругался. То есть вот потому что уже он настолько считал себя святым, что бес к нему подкрался, и вот его душой завладел, а потом, увидев, что он сделал, он ее еще решил, чтобы утаить, и убил, и утопил, и тело там закопал. Вот, то есть, а потом он понял, что вот он в своей, был, по сути, в прелести, и вот эти чудеса его ни к чему не приблизили. И он пошел уже с полным смирением, и Господь еще в течение его жизни, после долгих испытаний, искушений, скорбей, он вырос тоже на тот же уровень святости и стал уже тоже чудеса творить, исцелять окружающих людей и снова бесов изгонять. То есть прошли десятилетия, и снова у него это получаться стало. Но он уже не задумался о том, я святой или нет. Понятное дело, мы, может, так сильно не упадем, потому что мы так высоко не забираемся в своей духовной жизни. Но в любом случае, вот если тебе, например, ты убегаешь от врагов, от страшных, которые тебя просто будут сейчас не просто убивать, а перед этим пытать и убивать, ты вот если тебе надо с крыши на крышу перепрыгнуть, даже не задумаешься, что надо прыгнуть. А эти враги, когда бесы, да, это ну, самый страх, и тебе, правда, надо вот бежать, сломя голову. Но когда ты прыгаешь, ты не то, что думаешь, о, тут всего лишь 2 метра перепрыгнуть, я возьму на 2 метра прыгаю. Ты прыгаешь изо всех сил, чтобы вот мало ли ты не долетел. Может, ты на 5 метров прыгнул, уже там можно было так силы не тратить. Но нет, ты делаешь запасом. Да, если ты понимаешь, что к тебе придут гости, какие-то дорогие, близкие друзья, и тоже ты там хочешь их всех угостить, да, что тоже ты берешь и там готовишь, покупаешь еды с запасом, потому что, ну, будет обидно, кто-то пришел еще, а не хватило, ой, извини, дружище, я вообще не думал, подойдешь ты, не подойдешь, вроде точно не обозначился, и неудобный человек обидится, и ссора на ровном месте будет. То есть ты делаешь что-то с запасом, да, вот и точно так же и в нашем стремлении к Богу, потому что свят, 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 Тресвятая Песня, это подчеркивает, что абсолютная святость есть только у Бога. К приближении к Богу мы всегда делаем запасом. Нам кажется, ой, я более-менее святой, может, я чудеса не творю, но так, что в рай на нижнюю подножку я более-менее заскочу. Ну вот, вот я или в рай, ой, скорее в рай. Всегда ты будешь в зоне опасности. Лучше действительно сделать еще один шаг, еще шаг любви, еще лишний раз Евангелие открыть, еще раз да, кому-то в чем-то уступить, там, пусть даже это там, нам неприятно. И ты тогда, правда, к Господу приблизишься. Поэтому не оцениваем свою святость. Потому что, как вот сказано в Священном Писании, кто ты такой, чтобы судить чужого раба перед своим господином, и падает. И, но даже когда мы себя оцениваем, мы тоже оценим чужого раба. Мы рабы Христовы, которые призваны стать стенами. И Господь на страшном суде без нас, без нашей оценки, без оценки окружающих людей. Да, когда, например, тоже бывали святые люди, которые говорили о других святых людях. Иди к нему, он святой жизни человек. Он же ему даже это не в глаза говорит. Он говорит о нем другому человеку, чтобы подсказать, кто, по крайней мере, чуть более святой жизни, чем он. Но, тем не менее, никогда один святой человек другому не скажет, ой, ты такой святой, поэтому ты можешь расслабиться, чтобы своего ближнего, своего собрата по стремлению к Христу не подвести. Поэтому будем аккуратны, не будем расслабляться, всегда к святости идем, потому что быть таким совершенным, как Бог, сказал Господь, это возможно, но это возможно не нашими усилиями, а потому что мы берем и там ну, стали похожи на Бога на 1%. Вот самый святой человек на Бога стал похож на 1%. А после этого Господь берет и по своему милосердию делает совершенным, уже когда человек умер и принимает Царство Небесное, на остальные 99% по своему милосердию, по своей крестной жертве, по своей любви к нам. Поэтому, как тоже апостолы, помните, в другом месте говорили, ну кто может спастись, если такие условия? Господь говорит, невозможно у человека, возможно у Бога. Нам на земле невозможно стать совершенными, но Господь нас есть, увидит наше стремление, видит, что мы ни одну минуту жизни не расслабляем, не думаем, что достигаем святости, а все равно идем и идем в своей духовной жизни вперед, пусть падая, спотыкаясь, каясь и снова возвращаясь, то он нас обязательно сделает такими же совершенными, как он, и свое царствие возьмет. Мальчик, такой вопрос. А может ли быть духовником священник, с которым я общаюсь только по интернету? Вот недавно я даже для своих подписчиков в одной из социальных сетей проводил эфир на тему выбора духовника, и тоже как раз все говорят, ой, батюшка, вот духовником через интернет. Все-таки надо понимать, самое главное духовное родство – это даже не то единомыслие. А нас, вот как бы не были люди духовно близки, как бы не находили совместный ответ на какие духовные вопросы, все равно нас объединяет тело и кровь Христова, когда мы собираемся в общину, да, вот
собирается церковь вокруг апостола, да, церковь вокруг епископа, там приход собирается вокруг священника, несколько священников, все вокруг собирается Христа. И поэтому все-таки, когда ты стоишь перед аналоем, и Христос принимает твою исповедь, да, это совсем не то же самое, что когда ты спрашиваешь совет у другого священника. Я вот знаю, что в советские годы еще не было никаких соцсетей, да, не было интернета, тем не менее люди ходили в Москве и не знали, вот этот священник, он под колпаком спецслужб или нет, ну или просто, может, поставили, продвинули, потому что он не проповедует ничего, просто ходит, кадилом машет, ну и служит в каком-нибудь центральном храме. И они приходили, и ему каялись. Ну так, в двух-трех словах, все равно они приносили некоторое покаяние, даже какой-то могли совет получить. Но когда вот нужно было какое-то уже не просто покаяние приносить, а совет духовный по какой-то судьбоносному решению, то люди брали, отправлялись, например, ехали в Лавру, ехали в Псково-Печерский монастырь, ехали в отдаленное село, да, вот тоже батюшки некоторые служили в различных областях, в отдаленной местности, или даже писали письма. Писали письма, отправляли по обычной почте, приходили они, и священник отвечал. Этот ответ занимал туда, там, через Советский Союз прошло неделю-две обратно, то есть месяц спустя, но ответ приходил сейчас значительно быстрее. Поэтому всем бы я тоже посоветовал. Надо помнить, что духовник – это не какой-то особый статус. Духовник – это священник, который просто врач, который лечит и знает историю болезни. Если ты пришел к профессору на прием со своей болезнью, и он никогда не листал твою историю болезни, у него есть на тебя какое-то время, какой бы он ни был светило науки и медицины, какой бы он ни был опытный врач, он все равно, не зная тебя, твоих особенностей организма, твоих аллергенных реакций, не сможет тебя лечить, как простой врач, который уделяет тебе внимание, который ведет, лечит тебя на протяжении многих лет, и он действительно тебе что-то подскажет. Да, порой бывает, на протяжении многих лет не могут и диагноз правильно поставить, поэтому мы не убегая от своего участкового врача, идем, ну, по его направлению консультируемся тоже у профессора. Я помню, когда тоже я вот все-таки определился благодаря владыке Алексею преснопамятному Фролову, да, и все-таки решил стать священником, и у меня стал следующий вопрос выбрать место учебы. И выбирал я между Троицей Сергиевой Лавры, Московской духовной академией, Свято-Тихоновским университетом, потому что все-таки вот ученое богословие мне было близко. И тоже у меня был духовник моего детства, и до сих пор он мой духовник, но я все равно у него спросил: батюшка, отец Тихон, не будете против, если я обойду, еще посоветуюсь? Он говорит: конечно, сходи. Я вот сходил к батюшкам, кто меня знал, к отцу Артемию Владимирову, да, еще там к отцу Георгию Тарнаушенко вот сходил, к разным священникам сходил, тоже их какие-то мнения собрал и аргументы послушал. Я не по количеству отмечал, а вот кто что мне скажет, да, какие вот, кто-то просто говорит: о, вот туда-то, да, кто-то там что-то пояснял, почему там мне так лучше, как ему кажется. То есть точно так же, и вот если даже притыкаешься, у тебя есть все-таки духовник в твоем храме, пусть он несовершенный, пусть он не очень образованный священник, пусть он, даже он, может, не очень добрый батюшка, но все равно он тебя со Христом связывает. А вот уже какой-то отдельный совет, в том числе, когда ты не согласен даже со своим духовником, ты можешь получить, потому что для мирянина духовник – это не тот, кто диктует, и нельзя никакого свободного выбора сделать. Тебе священник на исповеди что-то подсказал, ты все равно принимаешь свое решение. Чувствуешь, что решение даже после подсказки батюшки может быть не очень верное, или решения нет, он не дал никакого ответа. Действительно, тогда можно и через интернет связаться, через социальные сети написать, и тоже, конечно, священник из другого конца страны, а то и мира, постарается вам как-то помочь. Поможет это или нет, уже другой вопрос, но попытаться стоит. Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте, отец Тахи, Вологодская область, раб Божий Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Глава, так, Евангелие от Иоанна, глава 4, строфа 22, у города Самарийского, Сихай, Господь Иисус Христос, женщина самарянская, говорит: спасение от иудеев. Вот, вопрос такой: 2000 лет назад Господь Иисус Христос сказал, что 2000, спасение от иудеев. Сейчас, вот спустя 2000 лет, спасение тоже от иудеев, или же все-таки можно сказать, что спасение от Церкви Христовой, как вот вы скажете, спасение сейчас от иудеев, потому что вот как бы у русских людей очень непростое отношение к иудеям, вот, или от Церкви Христовой, вот вы как скажете? Замечательный вопрос. Я очень люблю вопросы по Священному Писанию. Стараюсь каждую неделю вести евангельскую группу на приходе, разбираем. И причем не только я как лекцию веду, мне очень нравится, как люди высказываются. Причем я даже не всем даю слово, а тем, вот, кто был в прошлый раз, уже подготовился. Да, вот они как раз и делятся своими какими-то соображениями. И порой даже интересно не то, что
даже человек, как он ответ найдет, а как он вопрос сформулирует. Потому что наша главная проблема при чтении Евангелия, кажется, да я все тут знаю. Я и толкование прочитал, и в интернете посмотрел, и батюшка что-то спросил. Нет, каждый раз мы Господу, вот была бы у нас возможность у Господа что-то спросить. Не у батюшки, мы бы у него спросили. Вот и вы обращаясь к Евангелию, мы это находим. И вот тоже вопрос очень интересный, но начало ответа нам дал Господь в Евангелии, а продолжение дал апостол Павел уже в своих посланиях. Начало ответа, помните, как раз иудеи, они гордились и говорили, мы сыны Авраама, да, и мы ученики Моисея. А Господь говорит, а я вот Бог может из камней этих сделать сынов Авраама. И апостол Павел, он когда тоже обращается в том числе к своим единоплеменникам, он говорит, да, что вот наследие Авраама – это теперь христиане. Новый Израиль, Израиль, который выбран, богоизбранный народ, это тот народ, в который может вступить каждый через Христа, потому что Христос открыл это благовестие, Он заключает Новый Завет. Поэтому действительно спасение, да, есть отблеск спасения у самарян. Да, вот как мы знаем, что ну, там протестанты, католики тоже верят в Христа. Но как раз истина, она полнота в православной церкви. Потому что мы как раз наследники тех иудеев, не которые вели Христа на распятие, а тех иудеев, о которых апостол Павел пишет, да, и вот это мы будем перед праздником Рождества Христова, воскресный день, читать, да, тех, которые, наоборот, в ожидании Христа от своих соплеменников их убивали, перепиливали пилой, побивали камнями, вот пророков там Захарию, тоже, помните, Христос, да, вспоминал, да падет вот на род ваш кровь от Авеля, да, и до Захарии, убитого между алтарем и жертвенником. Потому что само по себе вот принадлежность к какой-то группе людей не спасает. И вот вроде я даже ответил на вопрос, и видно, что мы Новый Израиль. Тут неважно, русские, не русские люди, любой православный человек, русский православный человек, греческий православный человек, особенно если он не поддерживает сознательно всякие раскольничные группировки на Украине, да, и так далее. Это любой человек приближается ко Христу. Однако, если человек думает, о, я православный, я хожу в православный храм, вот и я такой же молодец, то он наступает на те же самые грабли, на которые наступали иудеи, которые говорили, мы сыны Авраама. Потому что действительно каждый христианин может сказать, я и сын Авраама, я и сын Христа, я и сын апостола Павла. Да, вот и сын Андрея Первозванного, вчера у нас была память апостола, который уже ближе к нашим краям проповедовал, к северным. Да, вот мы все и обетования наследники, наследники вот этого обещания Царствия Небесного. Но одно дело быть наследником, другое дело взять и не дожить до получения наследства. Если ты богатый наследник, а ты взял там передозировку, там наркотик или разбился на дорогой машине, у тебя отец миллиардер, а что толку? Ты в морге лежишь. Точно так же и мы вот вроде уже как иудеи должны были унаследовать все то, что Господь принес. А Господь берет, говорит, оставляется дом ваш пуст, передает это Христову наследие. И вот мы тоже это наследие Христово, у нас у православных христиан просто вот руку протяни, живи по Евангелию, и ты наследуешь Царствие Небесное. Но вот взял, подумал, о, это у меня уже наследие Христово в кармане, разбился, погиб, на страшный суд пришел, Господь говорит, не знаю тебя, в ад иди. Поэтому тоже всем любителям Евангелия, вчитываемся в Евангелие и стараемся всегда уравновесить какое-то место, где мы находим вопрос, другим местом, где мы находим ответ. И тогда вот в Евангелии видим такие внутренние связи, и у нас некоторая будет полнота картины, и действительно нам выбрать в сложной ситуации, когда вроде и один вариант не очень хороший, и второй мы выберем всегда из двух зол меньше. Мальчик, такой вопрос. Прочитал правило, гласящее, что детей причащают только святой кровью Христовой. Появилось недоумение. Разве может быть причастие неполным? На самом деле, тоже вот за пределами Русской Православной Церкви, например, как бывает, что заканчиваются частички. Да, и вот частички мы всех причтили, а там паломники приехали, например, в какой-то монастырь, там в Болгарии, да, там в Греции, в Святой Земле тоже. И чем их причащать? И берется просто, ну, просворка и хлеб такой вот, который раздают, как благословение в конце службы. И его священник или епископ дробит и в чашу погружает. Хлеб вроде даже, ну, не освященный. И тоже этим причащают, да, это как некоторая символика хлеба есть, потому что мы, по сути, что происходит с нами? Неважно, большую нам частицу, или батюшка там две частицы дал, или самую крохотную, все равно мы принимаем в себя целиком Христа.
И мы достигаем того же обожения, вот как апостол Павел говорит, не я живу, но живет во мне Христос. От вот этой маленькой капельки. И точно так же поэтому и младенец, который тем более куда более совершенен, чем мы, абсолютно безгрешная душа. Первородный грех таинством благодатью крещения омыт. Личных грехов, выбранных злой волей, еще их нету, они не появились. И, конечно, для него он получает благодать из этой капельки крови Христовой больше, чем там, взрослый человек со своими грехами, который вот причащается телом и кровью Христовой, потому что все равно полнота будет. Достаточно вспомнить, что, собственно, наша великопостная, прежде освященная литургия, собственно, зачем и служится, да, что тело Христово погружается в обычное вино, это вино становится кровью Христовой. Тоже вот порой даже есть некоторые суеверия распространенные, что младенцев не причащают на прежде священное, говорят, нету крови Христовой. Нет, кровь, это же для этого прежде священное служится. Да, о чем мы молимся? Мы молимся о том, чтобы Господь сделал из обычного вина, благодаря тому, что мы сохранили частичку тела Христова с воскресного дня, нам в этот будний день полноту причастия, да, присоединившись. Поэтому тоже можно не бояться. Ребеночек получает всю полноту благодати, полностью соединяется со Христом и на обычной литургии, на литургии прежде священных даров. Есть тоже такое наблюдение, когда ребенка подводят к причастию, начинает капризничать. И некоторые мамы говорят, что это сладкая водичка и хлебушек. Ну, чтобы как-то успокоить, что вот сейчас обычно действительно когор он сладкий, тепло, ну, теплота вливается, тепло, ну, скажем так, кто причащался, тот знает. И мамы так говорят, бывает. Ведь это очень большая ошибка. А как ребенку объяснить, что сейчас он будет принимать Христа? Как это можно сделать? Да, потому что вот всегда в нашей жизни порой говорят, ой, я не хочу друзьям что-то рассказать. Там, ну, не хочу делиться, ну, это слишком личное, поэтому я там вынужден обманывать. Зачем обманывать? Если друг, он действительно поймет, что когда ты ему скажешь, дружище, ну, вот как-то не готов говорить, да, давай о чем-то другом, и там особенно если не просто, о, я не готов, свысока, с гордостью, а вот так с любовью скажешь, что человек тебя поймет, не обидится. А если обидится, ну, может, и не такой уж он тебе друг или подруга. Вот точно так же и здесь не нужно обманывать ребенка даже из самых ради благих целей. На самом деле, достаточно говорить, это причастие. Ребенок маленький, он знает много слов, он их постоянно слышит. Он значение этих слов еще не понимает и не скоро поймет. Да, читаешь ребеночку книжку, вот, и тоже ему какие-то новые слова понимает, и даже ребенок не спрашивает. Иногда я вот тоже читаю, даже ничего не объясняю, вот слышу, как жена читает детям книжку, и там уже старшая дочка, она больше понимает, а средний мой сын, он там, может, что-то не понимает, она спрашивает, ой, там, Родион, ты вот понял вот это слово? Он такой, не-не, он даже не задумывается, что он не понял, потому что он целиком в повествовании в этом. Ну, пропустил одно слово, это как, когда вот читаешь на английском, например, языке какую-то литературу, тоже ты каких-то слов не понимаешь, но ты даже не задумаешься об этом, потому что ты вперед идешь по тексту, вот, и наоборот у тебя разум перескакивает. Ну, конечно, когда у тебя уже достаточно словарный запас, как-то все выстраивается в единую линию. Точно так же и здесь уже, конечно, перед причастием не время прям объяснять, что это такое, а достаточно говорить, это причастие, да, вот это причастие, это там особенно так, это причастие, вот, потому что ребенок куда больше, чем рациональные вещи, он чувствует настрой родительский, что вот мамин трепет, мамина радость от того, что идем. Поэтому чаще всего, когда ребеночек капризничает, надо задуматься не о том, чтобы ему как-то что-то объяснить, доказать, а задуматься, как давно он в храме был, да, а как мама давно причащалась, потому что очень часто даже мама говорит, да не, неделю назад же я его привозила и только так же капризничала, а потом спрашиваешь, ну, милая моя, когда ты сама-то причащаешься, да, не, а вот нам после крестин сказали, главное, ребеночка причащает. Я вот выполняю. Да, а мне после крестин, я не помню, что говорили, это давно было. Удачный самый случай. Да, это, кстати, очень исполнители, порой даже батюшки некоторые, они там говорят, как ты там не причащаешься? Я говорю, молодец, молодец, ты просто не полностью задачу поняла. Да, надо же вместе, если ты считаешь, что это ценно для ребенка, это же для тебя должно быть ценным, вместе причащайтесь, не страшно. Порой мамы некоторые просто смущаются, говорят, ой, ну ребеночка к концу службы, я не могу с ним всю службу оставить. Не, если у тебя малыш на руках, ты живешь в ритме малыша. Ты можешь постоять на службе 15 минут, значит, причащаешься после 15 минут. Ты можешь сначала полчасика погулять у храма, послушать в колонке службу, потом 15 минут в храме, значит, в таком ритме причащаешься. Да, ребенок совсем как-то не спит ничего, и ты забегаешь на последнюю минутку, все равно подготовься, помолись накануне, причащайся вместе с ребенком, и ребенку будет куда легче причащаться. Если все-таки еще к некоторой
рационализации вернуться, как можно ребенку чуть более старшему пояснять, уже не совсем младенчику, а такому, ну, уже ребенку 4-5 лет. Тут лучше как раз просто читаешь священную историю, читаешь детскую Библию, другие детские книжки, там, про Рождество, про Пасху, и тоже, вот, можно говорить, Христос за нас умер, пролил свою кровь на кресте чудесным образом, она вот в чашу священника оказывается. Да, это не надо думать, это ребенка не шокирует. Вот потому что Христос умер. У нас ребенок, он привык к такому сказочному миру. Для него чудо – это норма. Это для нас чудо – это чудо. Да, а для ребенка он в этом живет. Его душа, то, что чистота этой младенческой души – это уже чудо. Весь мир вокруг во грехе, а ребенок, он, может, даже кого-то кубик кинул и там в глаз попал, но он все равно это не по злому умыслу, даже если хотел этот кубик сделать, потому что еще сатана не властен над его душой. Его душа – это чудо. И поэтому, когда ты говоришь о некотором чуде, ребенок тоже это почувствует. Другое дело, что если все затыкать чудо, и ничего не пояснять, то, конечно, ребенок выпадет с возрастом из контекста. А если ему все-таки про любовь Христову говорить, то все, у него представление сформируется, может, он даже заинтересуется богословием и решит стать потом батюшкой. Как вы, да? Бабочка, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, вы вот как-то сказали, что очень часто на исповеди зачитываются грехи, употребили слово то ли скороговорки, то ли стишками, я вот точно не помню. Так вот я как раз такой прихожанин, который зачитывает грехи свои вот этим самым, вот этой самой скороговоркой. Смелое признание. Происходит это именно, вот как я понимаю, если я, например, гневалась раньше 100 раз, то на неделю прогневалась 99, но я же все равно гневалась, и плоды совсем маленькие, и они, ну, батюшке неизвестны, а на исповеди я все равно об этом говорю. И получается, что моя исповедь раз от раза похожа очень сильно. И вот у меня вопрос, как батюшка может увидеть плоды покаяния, и что это такое? Наверное, я чего-то не понимаю. Очень хороший вопрос, потому что все равно увидеть покаяние должен Господь. И плоды покаяния, как это на нашей жизни сказалось. Господь обязательно оценит, если вы хоть один раз из 100 от своего греха удержались. Это уже большое достижение. Исповедь – просто вещь, которая требует и усилий души, и усилий разума, и усилий тела. То есть мы все в своей человеческой природе соединяемся на то, чтобы исправиться. Потому что в исповеди наш Дух Святой от тяжести освобождает, и Господь смотрит. Вот я с тебя поднял тяжесть твоих грехов. Что ты будешь делать дальше? Обратно ее на себя накидывать и скатываться под этой тяжестью медленно, глубинным адским. Либо, наоборот, ты постараешься ее от нее отталкиваться и к краю лишний шажочек сделать вперед. Поэтому посмотрите. Если вы будете просто каждую неделю на исповедь подходить, то, конечно, вы не успеете нормально подготовиться, потому что за неделю эти искушения будут абсолютно типичные. Ситуации будут абсолютно типичные, вам не с чем будет сравнить. Поэтому просто постарайтесь, естественно, причащаться на каждую неделю, или вот впереди праздник. И на святителя Николая в субботу причаститься, конечно, надо. И воскресенье, воскресную литургию, как же Малую Пасху без причастия. Да, но не нужно ж и на святителя Николая подходить на исповедь накануне воскресенья. Да, то есть, может, с разницей там, он с утра на утренней службе поисповедовался, потом вечером тоже идешь, говоришь, там, специально что-то изобретаешь. Точно так же не нужно там каждую неделю на исповедь подходить. Если батюшка вас знает, понятно, если он вас редко видит в храме, он наверняка вам не благословит. А если он понимает, что вы к нему ходите каждую неделю, говорит, батюшка, хочу я получше к исповеди, более сознательно подготовиться, можно я вот буду причащаться? Ну, может быть, если батюшка старенький и не читал документ об участии верных в Евхаристии, то он может сказать, не, ну вот раз в месяц не стоит, но давай одну неделю с исповедью причащаешься, другую без. Ну, какой-то компромиссный вариант все равно можно найти со своим любимым духовником. Вот. Но и уже к следующему разу, когда вы готовитесь к исповеди, идете, то вы думаете, вот я совершил 99 раз прогневался. А сколько я вот раз действительно этот гнев вылился на ближних? Сколько он только в душе был? Когда он вылился на ближних, где он вылился так, что я полчаса не могла остановиться, а где он через 5 минут затих? Какие факторы на это повлияли? Может, это был какой-то начальник, или, понимаешь, себе дороже будет, а тут какой-то несчастный человек, и на нем отыгрываться можно было больше. Когда гнев берет, и наоборот, вот он в душе только остался,
Когда он вот ходишь, и он тебя жжет, 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 весь день ты вот внутри кипишь, там глаза сверкают, да, зубы скрежещут, но, слава богу, ничего не вырывается. А где действительно вот вроде погнелся, что готов человек в лепешку размажить, а потом раз, и как тихий ангел пролетел, и все, на душе мир и покой. Что вот я сделал для этого? И когда ты вот эти все четыре ситуации, на самых значительно больше, и чем больше ты сражаешься с грехом, тем более вот подробно ты, как вот это анализ, ну, как в науке, а ты анализируешь и разбираешь на составные части, причем неважно, что химическую формулу составляющие, что если ты там занимаешься древними текстами, смотришь предлоги, соотношения, падежи, как в рукописях, это там все сложно, ищешь смысл какой-то вот тоже глубокий, глубинный. И в том, в другом случае ты разделяешь на части, чтобы лучше все целое хватить. И точно так же и ты со своим грехом, проанализировав все ситуации, ты понимаешь уже, ага, вот когда я, например, перед какой-то встречей с потенциальным обидчиком я помолился, всегда после этого я все равно гневаюсь, потому что очень он меня злит. Но потом я выхожу за дверь, и я сразу о нем забываю. Да, может, я его не полюбился в сердце, но забыл. Потому что Господь, он не стал мне лишать свободы выбора, я все равно, если захотел, то погнется. Но потом мне помог успокоиться. Да? А когда я, например, беру и до встречи с обидчиком не помолился, но зато после помолился, то, конечно, я чуть дольше в гневе остаюсь. Но тоже постепенно он затихает. И ты находишь, и где молитва, а где действительно ты взял и избежал этой встречи, хотя хотелось там поскандалить, возможно. Где ты обошел какой-то острый конфликт, и где ты понимаешь, ой, обошел конфликт, а в принципе ничего не стряслось, потому что, может, кажется, ой, как, не решим этот вопрос, все, небо на землю упадет. А раз и не упало. И тоже понимаешь, так зачем же бороться, натыкаться на собственный грех, если можно вот эту проблему и вообще не решать. Но помимо этого, когда вот постоянно бежишь на исповедь и тоже стараешься какие-то грехи сказать, забываешь, что христианин предназначен не для борьбы с грехами. Борьба с грехами – это наша сопутствующая деятельность. Мы должны возрастать в добродетели. Поэтому если мы будем внимательно готовиться не только к тому, ой, что я согрешил, но и думать, а что же я хорошего сделал, и что же я хорошего не сделал, в чем я могу больше ближнему Богу послужить, то тогда уже Господь, видя, что мы не только с грехами боремся, но и к Нему стараемся приблизиться, Он нам поможет совершенно незаметным и даже без какого-то осмысления образом нам наш грех, если уж не окончательно победить, то минимизировать его настолько, что он не будет мешать нашему спасению, а просто будет напоминать, что мы люди немощные, и расслабляться нам рано. Отец Тахий, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Спасибо телезрителям за интересные вопросы. Надеюсь, в будущем обязательно продолжим наши встречи. И ждем интересные вопросы. Ждем, когда очень радостно, когда нам звонят и задают действительно вопрос по Писанию. И очень глубокий и важный, потому что когда вопрос актуальный и на личном примере, он всегда очень интересный и важный, потому что даже разбирая здесь ситуацию какую-то, мы можем помочь кому-то другому, у кого примерно такая же похожая. В принципе, проблемы на всех одинаковые. Отец Тахий, прошу вас обратиться к нашим телезрителям. Не так много времени осталось до конца. Дорогие друзья, скучал, давно не виделись уже на канале «Союз». Всех рад телезрителей канала «Союз» приветствовать в середине этого рождественского поста. А впереди самые непростые дни рождественского поста, когда, с одной стороны, вот и праздники светские, и охота и поосуждать, и охота выделиться, показать какой-то православный, а с другой стороны, наоборот, соблазны тоже там как-то совсем про пост забыть. Поэтому тоже я всем вам пожелаю. Вот и на предстоящий день великомученицы Варвары, и на день памяти святителя Николая тоже хорошенько нам всем друг за друга помолиться. И вы за меня помолитесь, и я тоже за вас помолюсь. Помолимся, чтобы нам достойно вот это окончание Великого Рождественского поста провести, чтобы достойно Христа, который уже грядет родиться, который вот уже у него, можно сказать, 9-й месяц беременности Богородицы, и вот скоро он явится к нам, чтобы его достойно встретить. Господь очень хочет с нами встретиться, и Господь просто ждет, насколько достойно мы к этой встрече подойдем. Потому что для достойной встречи тоже, вот если получалось в течение рождественского поста каждый день открывать Евангелие, замечательно. Откройте еще Ветхий Завет, особенно пророков, почитайте вот пророков, которые пророчествовали о Христе. А если не получалось Новый Завет, хотя бы ну вот Новый Завет, как Христос уже пришел в мир, и это почитать, и об этом поразмыслить. И это обязательно поможет. И чтобы и в стране, и в мире, и с болезнями, и с выздоровлением не происходило, Господь нам говорит, Царство Небесное внутри вас есть, внутри нашей души, сохраняйте его внутри себя.
Дистахи, еще раз вам большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине Иерей Стахий Колотвин. А мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.